21 век — это очень хорошо, развитие молодежи и в общем, да, вот республики и России, там. А, ну, надо не забывать про наших дедов, наших отцов и следовать хотя бы, наверное, примеру их, то, что они делали, и помнить это. Хотелось бы вообще нашей молодежи сказать, чтобы они делали свою работу, которая у них получается, или учеба, или же работа, или же, хотя если ничего не получается, хотя бы не мешали, не делали плохое вообще, в общем. А образование всегда это номер один, можно сказать, в любой сфере, и в религии, и в работе. Я думаю, это очень важная вещь, потому что от образования и общения с людьми ты находишь свое, и развиваешься умственно. Кто занимается спортом, в общем, да, чтобы они продолжали заниматься спортом, чтобы не отвлекались там налево, направо, там, шли вперед и одновременно соблюдали религии. Если ты уже каких-то достиг успехов, не надо забывать, кем ты был до успеха. Нельзя уже пафосно вести себя или, допустим, там высокомерно. Надо всегда помнить, кем ты был и вообще откуда ты пришел.